По данным ваших источников, подтверждается ли информация о том, что бывшие заключенные, помилованные Владимиром Путиным секретными указами, направляются в ряды Росгвардии, теперь, видимо, будут задействованы на оккупированных территориях, ну и, может быть, будут разгонять некие одиночные пикеты и протесты в российских городах? Вы знаете, этого следовало ожидать, хотя я не ожидала именно такого цинизма. Конечно, производит впечатление. Значит, в чем состоит суть вот этого явления? Дело в том, что когда Пригожину было предложено, поручено забирать, вербовать заключенных из зон, никто не предполагал, что эти заключенные вернутся назад в Россию. Вот этого не было совсем. Пригожин говорил, что он вернул 32 тысячи заключенных. На самом деле их меньше, порядка 25. Но дело в том, что почему они вернулись? Потому что Пригожин поссорился с Шойгу и вывел ЧВК «Вагнер» с фронта. Иначе бы они по-прежнему оставались там. И никто бы никуда не вернулся. Насколько я знаю, существовавший план, его приписывает авторство Сергея Кириенко, замглава администрации президента, который курирует внутреннюю политику, заключался в том, что эти заключенные остаются на оккупированных территориях, ну, примерно так же, как в свое время строились крепости на Кавказе. Ну, условно говоря, крепость Грозный, которая была построена генералом Ермоловым именно с целью как форпост Российской империи на новых территориях. И примерно так же предполагалось, что будут бывшие заключенные каким-то образом охранять что-то, наводить порядок, ну, именно на оккупированных территориях и назад в Россию не вернуться. И таким образом не встанет вопрос, как он стоит сейчас, о резком росте преступности, который, конечно же, есть. И это такой постпенитенциарный, поствоенный психоз, который, прежде всего, заключается в росте преступности. Для них это, в принципе, тоже выход. И выход очень неплохой. С тех пор, как они вернулись домой, они не стали кому-то нужны. То есть по-прежнему нет никакой реабилитации, никакой ресоциализации, никакой ни социальной, ни психологической поддержки. И люди предоставлены сами себе, и они ничего не умеют. И, естественно, они никоим образом не вылечились психически ни от тюрьмы, ни от войны. Работы у них нет и не будет, никаких квартир им не выдают, никаких обещанных высших образований бесплатно университетов никто им, конечно, не предоставляет. Да они сами этого не хотят. Они не хотят ни работать, ни учиться. Все, к чему они приспособлены, это убивать, насиловать, сдерживать и так далее. Еще, конечно, мне очень нравится формулировка, что они набирают только людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Убийство двух и более человек в состоянии аффекта считается в России преступлением в средней тяжести, я напомню. Или, например, причинение смерти по неосторожности. То есть вполне себе убийства пойдут под среднюю тяжесть, но и нигде не сказано, что не берут, например, рецидивистов. То есть человек может сидеть трижды за убийство, а четвертый раз за причинение телесных повреждений недоубивал. Да? И это средняя тяжесть вполне. То есть на самом деле это высасывание пылесосом оставшихся на свободе бывших заключенных, имеющих боевой опыт, и, в общем, высасывание и отправление их туда, откуда они, собственно, и вернулись, на оккупированные территории. И надо сказать, что я не уверена, что они в итоге не попадут обратно на фронт, хотя бы и в качестве росгвардейцев. Собственно, мы с вами видели совсем недавно скандал с кубинцами, с гражданами Кубы, которых тоже завербовали, обманом привезли, вообще как бы в роли строителей. Они оказались на передовой. Ничто не мешает и бывшим заключенным в качестве росгвардейцев оказаться ровно там же.
Евгений Пригожин называл в бытность цифру 32 тысячи человек. Именно столько, по его словам, бывших заключенных было помиловано президентом России. Очевидно, что Росгвардия не в состоянии поглотить тысяч бывших заключенных. Какие еще пути выбирают бывшие заключенные? Набирают ли, возможно, их в ряды каких-то новых частных военных компаний? Сообщалось о том, что белорусская частная военная компания пытается как раз родиться на пепелище ЧВК «Вагнер». Но вы знаете, из бывших заключенных ничего родиться на попелище совершенно не может, поскольку даже и полгода войны, там именно не службы, там война, она не приносит никаких новых навыков, кроме навыков убивать от пушечного мяса, больших навыков-то и не требуется. Чудом, что выжили. Нет, Лукашенко набирает именно вагнеровцев с другим боевым опытом, прежде всего с африканским, с сирийским. Вообще в Белоруссии довольно мало бывших заключенных. Толку-то от них особо немного, поэтому в основном они были все отправлены в Россию. Я еще раз повторю, что их не 32 тысячи, Пригожин в свое время поднаврал, но их не меньше 22-25 тысяч. Причем в основном они уже вернулись в тюрьму, где их снова и снова будут теперь вербовать, на этот раз Минобороны, они это делают все равно. И мы получаем сигналы даже и из изоляторов временного содержания, еще не доходя до суда, их снова вербуют на войну, и они отправляются. А сейчас речь идет именно о том, чтобы забрать оставшихся людей, забрать в Росгвардию. И да, их привлекают в другие частные военные компании, но неохотно. Если Росгвардии можно это сделать, приказать, и, видимо, то и происходит, то в частные военные компании их берут очень неохотно, поскольку управлять бывшими заключенными нужно иметь навык. Пригожин он был. Масштабы тех вербовок, которые сейчас происходят в российских колониях и в российских СИЗО, о которых вы упомянули, соответствуют тем масштабам, как когда вербовал Евгений Пригожин в ряды частной военной компании «Вагнер» российских заключенных? Вы знаете, да. Я бы сказала так, что сейчас вербовка поставлена на конвейер. И если Пригожин летал от зоны к зоне на вертолете, это была точечная вербовка, то есть он прилетал и забирал там несколько сотен человек, потом прилетал в другую и забирал несколько сотен человек, то сейчас этот конвейер, он так сетью работает по всей стране и забирает понемногу. Но самое-то главное, что стало обыденностью набор в женских колониях. Это стало обыденностью. И буквально вчера мы получили сообщение из женской колонии в Ленинградской области Саблина. Там два дня работают вербовщики Министерства обороны. Набирают снайперш. И требования к кандидаткам такой крайне, я бы сказала бы, суженный. Не берут террористок, не берут госизменщиц. И не берут женщин, совершившие преступления против половой неприкосновенности. Не берут пока, мужчин брали с гепатитом и с ВИЧ, женщин пока с гепатитом и с ВИЧ не берут. Собственно, все. В колонии 800 человек, и под эти критерии подходят 300 из них. И женщины считают, я с ними разговаривала вчера и сегодня утром, они считают, что 300 заберут. Пока записалось несколько десятков женщин, но это уже такие, в общем, даже не новость. Означает ли это, что остальных, тех, кто не записался самостоятельно, добровольно заберут насильно на фронт? Я думаю, что речь пойдет о мужчинах в ближайшее время. Тех, кто не записался самостоятельно, заберут по-другому. Женщин пока нет. Но, судя по всему, идет такая планомерная работа и охота за женщинами-медиками. Вот их, я думаю, будут забирать, может быть, и без их согласия. Но, знаете, пока сопротивления мы не видели.